Девочки, здравствуйте! Сегодня будет обзор лаков для стемпинга от фирмы Katz. Когда я получила вот эти лаки, четверочку, мне они понравились, и я решила заказать еще остальные оттенки, так как Николь Дайри, моя любимая с рапидографом, вот этот рапидограф, перестали выпускать. Я решила взять другие оттенки Katz. Очень-очень классный вот этот матовый. Девочки тоже говорят, спасибо, что показали, потому что тоже искали вот такой вот чистый, да, сливовый оттенок. И я решила дозаказать, потому что часто, во-первых, раскрашенный стемпинг люблю, да, реверсивный. Во-вторых, лаки с рапидографом, вы знаете, что я люблю, потому что они более жидкие, и они не так быстро сохнут. Но они достаточно пигментированные. Посмотрите, какой красивый оттенок. Вот этот вообще номер 35. Они, кстати, подписаны 38. Вот этот, ведь правда красивый. Но мы сейчас их попробуем, боюсь сглазить. Но обычно лаки в рапидографе не подводят. Посмотрите, какие плотные оттенки. Я надеюсь, что на бумаге они будут такие же плотные, как и в тюбиках. Честно, они тут объем пишут? Не, нифига не пишут. А, вот здесь, наверное, должен быть объем. 10 миллилитров, это очень хорошо. Это как вот тот Joy, да, лак. 10. Это очень хороший объем. Плюс они легенькие. Это, смотрите, такой серый. В реверсивном, в многослойном стемпинге нужен такой оттенок для передачи тени. Когда мы делаем вот таким светлым, он здесь, видите, такой серо-бежеватый, а сверху более темный. Можно черный, да любой цвет. Вот этот цвет тени я взяла. Смотрите, какие хорошие оттенки. Какие хорошие оттенки. Обалденные. Обалденный, прям для стемпинга идеальный и для раскрашивания. Вот еще красный, смотрите, какой сочный, какой он яркий. Так, сейчас я это все выкину и давайте еще положу. Здесь у меня три шиммерных было в предыдущем обзоре, очень они хорошие. Посмотрите обзор, окошко оставлю в описании под видео. И вот этот прям берите 100%, номер 007, очень красивый такой вот сливовый оттенок, да, посмотрите, какая красота. Сейчас я положу салфеточку, и мы с вами приступим. Ну что, девочки, начинаем. Беру сегодня пластиночку Beauty Big Bang XL036 для обзора. Если ссылка не сгорела, если она вам нравится, я ее оставлю в описании под видео. Штампики беру сразу много, потому что в процессе обзора я отвлекаюсь, забываю чистить. Бывает у меня такая проблема. Поэтому справа от меня будет стоять куча штампов. Они будут сегодня все разные, но все с AliExpress. Такс, угу. Все хорошо, берем скребочки, скребки возьму тоже несколько, потому что, о, вот этот уже какой-то нечистый, так, а куда тут у меня, ладно, уже не буду отвлекаться, все, поехали, начнем вот этот красавчик, номер 028. Какой чистый цвет. Какой же чистый цвет. Как я и думала, идеально. Какой он красивый. Цвет такой, знаете, морской волны. Я думаю, что, конечно, на черном он виден не будет. Давайте разочек сделаем. Напишите, есть у вас эти лаки, девочки? Вообще, нравится ли вам? Вот зачем я сделала этот набил? Ой, ладно, сейчас точки поставлю.
Нравится ли вам лаки с рапидографом? Напишите ваше мнение. Мне интересно. Или я одна такая любительница, да? Ну вот мы. Ну, уставься. Боюсь пережать. И вот так вы можете украсить любой рисунок. Кстати, хорошо, что я ошиблась, потому что на этом рисунке очень хорошо видно, как можно украсить открытые рисунки рапидографом. Вы можете два разных оттенка, конечно, взять. В общем, конечно, тут два в одном. И это здорово. Давайте я, конечно, все-таки сделаю его на черный, но... У меня нет даже надежды, что он будет отражаться на черном. Ну, чтобы мне потом не писали, что я не сделала на черном. Ради вас я это сделаю. Ну, кстати, достаточно неплохо. Но я считаю, что лучше на белом. Ну, тут понятно, тут может быть только серенький, вот этот бежеватый оттенок может быть виден, остальные. Я вижу просто по тональности, что и красный этот. Но оттенки просто такой, они такие припыленные. То есть я очень люблю это, очень люблю припыленные такие оттенки. Мне очень нравится. Давайте красный. Красный стемпинг, это у нас классический. Ой, как, ребята, плотность, уровень бог. Просто, просто. Ну, девочки, у меня нет слов. Все-таки лаки с рапидографом всегда вот такие плотные. Я не знаю, с чем это связано. То ли, чтобы он вот в эту, да, трубочку, протиголочку, я не знаю, но они всегда, вот с рапидографом, если в рапидографе, да, вот у кого есть мои любимые Николь Дайри, а здесь объем, кстати, сколько, 8 миллилитров, хотя выглядят они больше, этих китайцев не поймешь. Очень я люблю, к сожалению, видите, почему-то Николь Дайри, может быть, единственное, что я надеюсь, что они просто решили... Может быть, сменить дизайн, да? Например, вот эти старые уже тоже сняли с производства. У меня тут их целая коллекция, да, Born Pretty. Они сейчас другие флакончики. Это те же лаки, только они теперь, ну, типа, у них типа вот такие вот флаконы сейчас поменьше, да? Они поменьше. Хотя мне нравятся вот эти большие. Ну уж не знаю, что они вдруг решили, да, поменять. Давайте на черном сделаем. Я не вижу смысла, если честно. Ну, как я и говорила. Хотя вот этот, смотрите, неплохо. Получше смотрится, чем красный. Но все равно на черном их делать... Нельзя. Ну, как бы вы можете, конечно, сделать, но контраст у вас не будет. Ну, и зачем? В принципе, и зачем? Ну, я как я и думала, они потрясающие. Потрясающие. Посмотрите, какой, как я называю, гжельный, да, оттенок. Очень красивый, голубой. Гжельный. Как под гжель. Просто красавчик. Плотность. Девчонки, я надеюсь, что камера передает плотность этого лака. Вы только посмотрите. Легко переносится нашими любимыми прозрачными штампами, да? Не придраться. Да, не придраться. Вот так вот открываете крышечку. Ай. Так как он новый, им еще никто ничего не делает.
Да. Вот вы можете. Что вашей душе угодно рисовать. Цвет обалденный для стемпинга. Замечательно. 130 рублей, по-моему, я за них отдала. Доставка бесплатная. Объем хороший. Не разобьются в дороге. Красота. Напишите мне, девочки, ваше мнение. Ну, пока я довольна. Давайте все-таки сделаем на черном. Зря я убрала. Просто чтобы, ну, кто его знает, как говорится. А кто его знает? О, стерла. Я так и знала. Я каждый раз, когда показываю точки, я обязательно их потом стираю. Обязательно. Потому что стемпинг засыхает мгновенно, а точки долго очень сохнут. Имейте, кстати, это в виду, когда будете делать маникюр. Ой! Давай, 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 давай. Прилип к бумаге. К бумаге очень часто прилип. Очень липучий. Видите, видите, какой липучий? Очень липучая подушка. Видите, в бумагу прям вцепляется. То есть он не выпал не потому, что он не попадает в размер, а потому что прилип к бумаге. Слушайте, голубой достаточно, не сказать, что идеально, но его видно. Пигментация хорошая. Красивый лачок. Только я тут, видите, начумазила. Не люблю, теперь у меня некрасивая бумажка. Теперь у меня некрасивая бумажка. Мне не нравится. Ну ладно. Продолжим нашу красоту. Давайте светленький, вот на который я хочу делать тень. На плетень. Вот это. У меня прям на него большие надежды. Для многослойного стемпинга. Мне прям очень-очень хочется это использовать, потому что до этого я использовала вот этот, он уже не выпускается. Этот посветлее, даже лучше для тени подходит. А, еще какой-то у меня здесь еще один был. Ну, в общем, это очень такой специфический цвет. А, и вы их практически, вот я даже смотрю, аналогов у меня. А, вот, вот этот я еще использовала как тень. А, видите, такие вот, этот вроде бы серый, а этот бежевый, а это что-то между ними. Вот это прям должна быть настоящая тень. Я ее брала специально для тени, для многослойности, да. Поэтому, если вы любите реверсивный стемпинг, берите, потому что в других марках их вообще такого оттенка нет. Вообще нет. Серый такой. Но этот серый теплый. Он с бежевинкой, то есть это бежевый разбавили серым. Он не должен быть интенсивный. Ай, высох, странно. Он не должен быть интенсивный, сейчас еще раз сделаю, заболтал. Он не должен быть интенсивный, он должен быть вот именно вот такой, как тень. Нам не нужна какая-то там, знаете, супер яркость. Плотный очень оттенок. Вот, отлично. Вот это мне больше нравится. А, видите, какой он красивый? Просто очень такой тепло-серый. Я не могу сказать, что он, ну, вроде бы и бежеватый. Для серого он слишком теплый, а для бежевого он слишком холодный. То есть что-то среднее, но чудесный оттенок. Чудесный оттенок. Я очень довольна. То есть он как тень будет замечательно. Замечательно. Обратите на него внимание. Номер 36. Вы обязательно увидите его у меня в маникюрах. Обязательно. Хороший так, оттенок. Девочки, давайте проверим его на черном фоне. Как же я забыла. Раньше времени его решила убрать. Ох, и вот он наш красавчик, пигментированный оттенок, серо-бежевый, от
Отлично. Красный, видите, как отстает, да, от этих трех? Сразу видно, кто получше, кто похуже, да, на черный. Ну, отлично. Отлично. Пока я довольна. Очень красивый зеленый, причем не вот такой вот, да, травяной, а тоже с сиринкой. Такой, белила сюда добавили, его таким вот сделали приглушенным. Он и для стемпинга хорош, и для раскрашивания будет отлично. Листочки, когда будем с вами раскрашивать, он будет такого не болотного цвета, а вот такой вот серо-зеленый. Красивый оттенок. Я не люблю вот такие, знаете, ярко-зеленые, а сильно вот такие травяные, да? А вот этот приглушенный, я вот взяла их после обзора вот этих четырех лаков, которые вот я вам показывала, с лиловым, этим сливовым, да, оттенком. Давайте на черный. Боковые рисунки, как всегда. Вот на черную прям прилипает, и все, на черную бумажку. Ну вот зеленые, смотрите, неплохо, неплохо, особенно когда сравниваешь с красным. Красный что-то вообще сегодня, да? А такой четкий на белом, прям. Не придраться, четкий прям, алый, алый, ведь он очень, очень пигментированный, очень. Давайте возьмем более темно-зеленый. Этот уже такой, не такой красивый, честно, но я взяла его для раскрашивания веточек всяких, но я такие цвета не очень люблю. Ну, это настоящий зеленый. Но нам это пригодится, раскрашивать всякие цветочки, веточки. Да, для раскрашенного стемпинга прям то, что доктор прописал. Этот рисунок я его обожаю. У меня с ним маникюр есть. Очень красивый рисунок. У кого есть эта пластина? Напишите, девочки. Она, по-моему, у всех есть. Она есть у всех любителей сетки. Цвет, кстати, 38. Я напишу все в описании под видео. Вот у нас зеленый. Этот лучше смотрится, потому что он светлее. Ну, это понятно. 39 оттенок. Мега красивый. Он вроде и синий, и не синий, да, и не голубой. Очень. Вот если с этим сравнить, этот более такой зеленцой, что ли. Но очень благородный. 39-й. Очень красивый. Замечательный цвет. Мне вся линейка нравится, в принципе. Хорошие цвета, такие не выдри глаз. Замечательные. Они что, одинаковые, что ли? Не могу понять. А, нет, господи. Нет, разные. Господи, я, знаете, я такая переношу, думаю, я что, опять второй раз один и тот же цвет делаю? Девочки, простите, я сейчас переделаю, господи. Я решила, что это тот же оттенок, что я взяла второй раз, потому что очень красивый. Переделаю. С ума сошла совсем. И главное, боюсь, как будто мне бумажка прям отомстит и пальцы отрежет. Похоже просто чуть оттенки. Но этот потемнее. Похоже очень.
рядом прям сделаю. Он темнее, да-да-да. Испугалась я, что я ошиблась. Но если вы сейчас присмотритесь, вы увидите, что вот этот темнее. И очень красивый. А сейчас мы его, видите, на черном уже места нет. Я вот сейчас вот сюда перенесу и кусочек вот сюда. А давайте я поближе вам покажу. Вот я не, просто не вижу камер, передает их разность. Потому что я, видите, даже испугалась, что я одинаковые перенесла. Вот это темнее. Это 28, а это 39 оттенок. Угу. Вот видите, они разные. Этот вообще обалденный. Если не хотите брать два, берите 39. Даже для стемпинга он более темный. Но этот все-таки более зеленцой. Он как цвет морской волны. Потому что этот уже более такой зеленый-зеленый. Угу. Так, давайте я сейчас его сделаю на черном. Что-то я так испугалась вот сюда. Теперь такой красивый рисунок. Теперь это бумажка такая коцаная будет из-за этого. Смешно, конечно. Ну ладно. Сейчас мы сюда его прилепим. Черненького уже не осталось. Но он не будет на черном виден, это понятно. Мне потом, ну, мозг, знаете, как выносит. А вы вот этот цвет не показали на черном. Поэтому нет, что, товарищи, я лучше вам покажу. Чтобы мне потом не выносили мозг. Видите, не видно его. Не видно. Вот этот лучше всего видно, потому что он светленький, да? А вот этот, в принципе, неплохо. Я считаю, видно. Вот этот тоже. А и смотрите, вот эти два цвета на белом мне показались одинаковыми. А смотрите, так как этот светлее, его лучше видно на черном. А этот темнее, и он не по контрасту как бы уже все. Поэтому, видите, решайте сами, как говорится, что вам больше нравится. Но мне вот на белом мне нравится больше вот этот. Хотя, смотрите, как хорошо, да, и этот смотрится. Ну, не знаю, девочки. Как говорится, на вкус и цвет товарищей нет. Все-таки, так как у меня сегодня тут не шиммерные лаки, добавить в обзор вот этот вот сливовый номер 007, потому что я его просто обожаю. Обожаю этот оттенок. Чтобы вы знали. А шиммер, если хотите посмотреть, открывайте тот обзор. Сюда я хочу добавить все-таки этот красивый рисуночек. Ой, рисуночек. Лак. Совсем с ума сошла. Цвет очень красивый. Очень люблю этот цвет стемпинга. Потому что он темный, но не черный. Поэтому вам искренне советую обратить внимание на эти кацы. Именно на кац в рапидографе во флаконах мне не очень нравятся. Они быстрее сохнут во флаконах. А вот с такими... Прямо обратите внимание. Вот этот вот шиммерный, оранжевый, это вообще бестселлер. Я его брала второй раз. Он обалденно смотрится на черном. И вот этот, извините, скарабей. Зеленое золото. 0,22. Вообще бомба. Девочки, ну что, подводим итоги. Как ни странно, больше всего я сегодня довольна покупкой вот этого, можно сказать, бесцветного лака. Потому что он... бежевато-серый и как такового цвета не имеет, но я очень хотела иметь такой вот именно лак тень, да, и теперь он у меня есть, и это расширит мои возможности в дизайне. А на втором месте мне вот понравился вот этот оттенок, который я испугалась сначала переносить, номер 39, он в стемпинге будет просто потрясающий. А второй раз я никогда не заказываю там, да, товары. То есть, если я сказала второй раз, третий и так далее, значит, мне очень понравился лак. И после того, как пришли мне вот эти шиммеры, да, с... я вообще даже шиммер эти заказала, потому что я, мне подписчица скинула ссылку на вот этот вот. Я говорю, вот нету сливовых нормальных. Она мне скинула, а вот у Кац есть. Я думаю, ну что я буду один лак, сейчас кину что-нибудь еще. Я взяла
оранжевый, который у меня уже старый и уже высох, и две новинки, да, вот эти. И они оказались очень классные, и я думаю, так, надо дозаказать, так как Николь Дайри вообще сняли свои, да, лаки с рапидографом. Поэтому я очень довольна. Они мало занимают места, они легкие, они пигментированные, да, они еще и с рапидографом. Отлично, отлично. Я очень сегодня довольна обзором. Этот видео не спонсировано, к сожалению, да, я бы с удовольствием показала бы вам их, да, не платя за них деньги. Но, как говорится, товар хороший, он мне нужен, поэтому почему бы с вами и не поделиться, да, обзором. Девочки, обязательно пишите ваше мнение, как вам эти лаки. Я уверена, что у многих они есть. Мы тоже с удовольствием все почитаем, и девочки, и я, да. Всем я обязательно отвечу. Надеюсь, я была вам полезна. До новых встреч!